Здравствуй, большая страна! Добро пожаловать в Дагестан! Добро пожаловать в Каспийск! Мы с вами перемещаемся на Анжи-арену Мелбет, первая лига, тур номер 26. Вот они футболисты, вот они судьи. И, собственно, все к началу сегодняшнего матча, как вы понимаете, готово. Считанные минуты, последние приготовления. Все у нас готово. И стартовый свисток Артура Федорова. Поехали, дамы и господа, начинаем сегодняшний матч. Динамо-КамАЗ, Мелбет, первая лига, тур номер 26. Флотилия, группа активных болельщиков Динамо, красавцы, всегда очень здорово свою команду поддерживают. Первый опасный момент мог у нас здесь случиться в этом матче, но прострел там никого из футболистов КамАЗа не нашел. Еще один заброс, Терновский, свободная зона, куда забегает Владлен Бабаев. Дальше, ой, место, сколько, удар со средней, Терновский на месте здесь, Терновский. Ну, Владлен Бабаев, классная передача. Нет, это Богдан, это был Богдан Рейхман, арендованный у Торпедо. С левой бровки смещается. И удар пошел здесь, Терновский. Вот о чем я говорил, неприятные такие удары. И можно здесь попробовать добить. Ну, а мы готовимся смотреть за этим угловым. Столпотворение народу в штрафной, даже во вратарской Алексея Мамина. Подача на дальнюю, с внешней стороны. Вот это круто! Опасный момент первого тайма и самый вкусный. Мамин не успел бы, мне кажется. Несся, конечно, видел все и понимал. Команда у Динамо в целом не возрастная. Камиль Ибрагимов, Лухусейнович, ну бежать, бежать или бить уже. Наргин! И Мамин вытаскивает из ближнего угла мяч. Он так на желтую может поднатянуть. Не совсем спортивное поведение. Ну, Артур Рустамян, хорошо поклонником Мелбет первой лиги, должен быть знаком по опыту игры за Липецкий Металлург. В прошлом сезоне ярко играл. Про это позже. Магомедов можно решать вот так вот. После Нового года не выигрывает. Да, это интересно, может быть. Гаглоев залетает в штрафную. И удар от ворот. Александр Гаглоев очень сильно возмущается. И как хочется закончить это предложение. Александр Гаглоев, вторая желтая. Работая каждый с каждым, создавая эту плотность для Динамо. Ковачевич в центр стреляет. Ибрагимов! Чуть выше мяч летит. Ну и понятно, что Артем Абрамов. Последний момент. Удар. Рикошет. Добить 1-0. Динамо вырывает. Никита Глушков в своем 50-м матче. Ну вот били. Били они. Рикошет. Глушков выбегает. И все. И просто надо было поймать в этом противоходе Алексея Мамина. 35 секунд не додержался КамАЗ. Никита Глушков. Глушкова на руках будут носить сегодня, я уверен, не только партнеры по команде, а может быть кто-то из болельщиков тоже найдет способ это сделать. Как же ликует сегодня Махачкала, как ликует Дагестан.